Мы вновь приветствуем всех поклонников автомобильных видов спорта. И вновь добро пожаловать, уважаемые болельщики, в поселок городского типа «Богатые Сабы» на первый этап первенства Приволжского и Уральского федеральных округов по картингу. Вот такие здесь сражения. Битва за первое место в каждом из классов была невероятно острой. Борьбы много, напряжения еще больше. Ну а амбиций у молодых ребят, у молодых гонщиков, как всегда, в избытке. В общем, много интересного все происходило на этом картодроме в рамках данного картингового турнира. Эмоции у кого-то положительные, у кого-то нет. Но в целом, конечно же, автоспорт штука зрелищная, и картинг – это его основа. Что касается конфигурации трассы, давайте посмотрим на эту самую трассу глазами Лилии Давлетгареевой. Ну, точнее, не ее глазами, а с камеры, которая установлена на ее карте. Здесь есть одна такая длинная прямая, длиннющая прямая. Фактически потом левый поворот, тут сразу некая такая перекладка. Да, если бы мы говорили о мотоциклетном спорте, о мотоциклах, то в мотоспорте называется перекладкой. Но здесь немножко по-другому, конечно, хотя тоже очень тяжело так распределять усилия. Где газ, где тормоз. Но Лилия, например, которая здесь выиграла две гонки из двух возможных, она-то уже большой мастер. И вот как раз за ее пилотажем, за ее выступлением на этой трассе наблюдать всегда очень и очень интересно, потому что уже как зрелый мастер она едет, но пока не раскрывает карты о том, где будет выступать в следующем 2018 году. Впрочем, забегать вперед пока не будем, пока Лилия, как и многие ее соперники нынешние в картинге, и выступает она и в чемпионате Татарстана, ну и здесь в первенстве Уральского и Приволжского федеральных округов. В общем-то, вот так круг и завершается. Такой здесь у нас картодром. Очень, кстати, интересный. Один из самых интересных в Татарстане вообще. Первый класс, о котором мы с вами будем сегодня говорить, это класс микро. Это категория микро. Здесь у этих машинок серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с поршневым газораспределением. Цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, но с центробежной муфтой и электрическим стартером. И первая финальная гонка в классе микро. Сейчас мы с вами за ее фрагментами будем наблюдать. Итак, старт первой финальной гонки. Здесь опять, как всегда, были столкновения, были небольшие инциденты на старте в первых поворотах, но ничего такого глобального, да, небольшие контакты. Все-таки много участников здесь. 17 человек, кстати, участвовало в первой финальной гонке в классе микро. Ну и здесь, собственно, были свои, естественно, герои. Ну, вот, например, Булат Ахметов, один из них. На его карте номер 8 представляет он город Набережные Челны. Вот сейчас как раз за скоростью Булата мы с вами и наблюдаем. Это пилот команды КАМАЗ Мастер Юниор, один из подающих надежды челнинских гонщиков, новое поколение челнинских гонщиков. Ну и здесь была небольшая ошибка. Небольшая ошибка со стороны, правда, не Булата, а другого сильного спортсмена Ивана Пазинича, который едет здесь на карте под 44-м номером. Но и Пазинич, он представляет другой регион, он представляет город Тюмень, то есть фактически Сибирь. Что касается борьбы за высокие позиции, она велась между Арсением Викуловым и вместе с ним и Глебом Усоком, при том, что Усок в каких-то случаях даже был, наверное, поудачливее. В некоторых поворотах был побыстрее, нежели Арсений Викулов, но вот так суммарно собирать круги ему все-таки не удавалось. Что касается Матвея Дергунова, он финишировал на 8-й позиции в итоге. Это пилот из Челябинска. Но в середине пелотона здесь по традиции такая очень мощная борьба. 24-й номер — это как раз Глеб Усок, команда «Лада Спорт Роснефть». Но понятно, что «Лада Спорт Роснефть» — это команда очень сильная, наряду с «Урал Джуниор Карт», наряду с ребятами из Свердловской области, из Екатеринбурга. Самарцы и тольяттинцы выступают очень мощно. Ну, здесь большая поддержка автозавода целого. Поэтому, конечно, «Лада Спорт Роснефть» очень сильная команда. Ну, в первом заезде Арсений Викулов выиграл из города Полевской, это Свердловская область. Как раз Глеб Усок стал вторым, ну а на третьем месте финишировал Иван Пазинич. Далее, вторая финальная гонка. Все тот же класс микро.
6 кругов дистанция этого заезда. Но здесь ребята все молодые, естественно, да, это по сути еще мальчишки. Алихан Миниханов, представляющий Татарстан, представляющий команду Татарстан и город Казань, соответственно, очень неплохо стартовал, но затем у Алихана возникли все-таки небольшие сложности. Он не смог финишировать и сошел с дистанции в этой самой второй гонке. Владимир Матвеев, еще один интересный пилот, у него 14 номер на его карте. Интересен он тем, что представляет молодое поколение челнинских ребят, молодое поколение челнинских гонщиков, которые, возможно, через 2-3 года уже на каких-то более таких серьезных, даже картинговых соревнованиях будут себя проявлять. Но понятно, что им еще далеко до профессионального автоспорта, и пока еще им рановато все-таки садиться за руль того же КамАЗа, да, но, может быть, в перспективе они мечтают попасть за руль легендарного камазовского грузовика. По крайней мере, Владимир Чагин, который периодически присутствует на подобных соревнованиях по картингу среди ребят, он много раз говорил о том, что если хотя бы один из тех, кто занимается картингом сейчас, когда-нибудь сядет за руль боевой техники камазовской, это уже будет большая победа. Понятно, что все с автоспортом свою жизнь, наверное, не свяжут, но такие профессиональные, но если несколько человек хотя бы выйдут и, собственно, будут представлять и защищать честь и республики, и честь, соответственно, России на международных каких-то автоспортивных турнирах, в каких-то автоспортивных сериях, будь то там ралли-рейды или еще что-то, кольцевые гонки, то это будет очень и очень здорово, конечно же. Это уже будет большой победой. Но у Матвея Дергунова здесь была невероятно напряженная борьба. Опять в соперниках Глеб Усок и здесь же Арсений Викулов. Ну вот, кстати, Викулов и Усок сражаются. У Глеба карта, ну даже не карт, а ливрея, собственно, его гоночного комбинезона в цветах команды «Лада Спорт Роснефть». Это такие фирменные желтые цвета этой спортивной команды. Его легко распознать на трассе, но сейчас он пропустил Арсения Викулова все-таки вперед. И тут же Арсений Викулов ходом еще прошел и Матвея Дергунова. Пытается он сейчас выиграть. Ну и, соответственно, эта попытка ближе уже к финишу у него получается, несмотря на то, что там была попытка, опять же, контратаки со стороны Матвея Дергунова. Викулов выигрывает и второй заезд, Дергунов в итоге второй, Глеб Усок на третьей позиции. Ну, пятое место, это для меня на России хорошо. Сам, как думаешь, в следующем году сможешь улучшить свои результаты? Думаю, да. Поскольку я понял, тебя что там, развернуло? Как это было, расскажи. Не знаю. Ну, то есть ты ехал и тебя просто развернуло? Я руль перекрутил. Арсений Викулов становится победителем этого этапа. 81 балл он набрал по итогам двух гонок. Глеб Усок второй, Матвей Дергунов на третьей позиции. Между ними 10 очков разницы. Ну а мы продолжаем оставаться на трассе в поселке городского типа Богатые Сады. Мы продолжаем оставаться на этих замечательных соревнованиях. Первенство Приволжского и Уральского федеральных округов продолжается прямо перед нами. Следующий класс, о котором мы будем вам рассказывать, это класс Super Mini. У этих машинок одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения, Aparilia 60 Swift, он называется, кстати говоря, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, нет коробки передач, но есть, опять же, центробежная муфта и электрический стартер. Производство, кстати говоря, итальянское у этих картов, но не буду вам сейчас называть фирму, дабы не делать какую-то лишнюю рекламу. Что касается самих соревнований, то прошли они в формате ожесточенной борьбы, очень яркой борьбы, но так бывает во всех массовых автоспортивных соревнованиях. Ну а класс Super Mini, он все-таки один из самых массовых вообще, если говорить о количестве участников, потому что здесь
на старте было 26 машин. Представляете, 26 машин. Но в лидерах Артем Севирюхин, кстати говоря. Артем под 28-м номером выступает в этой гонке. И он представляет Свердловскую область, город Верхняя Пышма, команду «Урал Джуниор Карт». Егор Упоров, 64-й стартовый номер. Это тоже представитель уральской автоспортивной, ну, не знаю, как сказать, династии, не династии, но автоспортивной школы, наверное, так правильнее говорить, потому что Егор Упоров – это представитель Челябинска. Но, правда, Челябинск больше известен все-таки своими, наверное, раллийными гонщиками, хотя там есть и очень сильные кольцевики тоже, которые, ну, и в свое время выступали, да и сейчас тоже выступают. Но что касается состава участников, здесь есть и гости даже из Казахстана. Представляете, насколько у нас становится популярным этот картинговый турнир, ну и в частности соревнования в классе супер-мини. Итак, что касается лидеров. Что касается лидеров, первая гонка, она, ее протяженность 12 кругов. Ну и, собственно, Артем Севирюхин здесь боролся за первую позицию с Максимом Орловым. И вот это сражение украшал еще один гонщик, как раз Бакберген Мирманов. Тоже такой достаточно интересный персонаж. Интересен он почему? Потому что вот он как раз и представляет Республику Казахстан, южную столицу этого государства, город Алматы. Ну, так он сейчас называется. Там кто-то, наверное, еще привычен на советский манер называть Алма-Ата. Но в целом мы понимаем, да, о каком городе идет речь. Ну, вот, собственно, у этого парня 23-й номер. Ну и, собственно, он сейчас в числе лидеров. Правда, пока располагается на второй строчке. Пропустил он вперед Артема Севирюхина, представителя города Верхняя Пышма. Ну и на третьем месте финиширует Максим Орлов. Это Москва и команда «Лада Спорт Роснефть». Ну а побеждает Артем Севирюхин, как я уже сказал, Бакберген Мирманов второй. Изначально у нас была цель как бы проехать, оторваться от задней идущих втроем. Как только мы почувствовали комфортное расстояние, мы начали между собой меняться. И пока мы менялись со вторым, первый от нас уехал, мы так и не смогли его догнать. Да, все-таки вот когда смотришь и слушаешь эти интервью, видно, да, какие эмоции кипят там внутри у каждого мальчишки, кто занимается картингом, кто делает в автоспорте первые шаги. Ну и, собственно, вновь у нас гонка класса супермини. Второй заезд мы с вами сейчас наблюдаем. Фрагменты, точнее, второго заезда. Артем Севирюхин опять выходит в лидеры. Именно он выиграл первую гонку. Ну и, как сказал Бакберген Мирманов, они его с Максимом Орловым просто не смогли догнать, у них не получилось. Но вот здесь небольшой у нас инцидент произошел в одном из виражей. В развороте фактически на 180 градусов мы видим, что там сразу несколько человек потеряли управление, допустили какие-то столкновения, ну и развернулись. Но, правда, с ходом ни для кого из них изначально показалось, что это не завершится. Однако все-таки потом Михаил Мишалкин, Захар Каргинов и Рустам Валиев, они сошли с дистанции. Ну, не смогли завершить эту гонку. Клим Никонов, КамАЗ Мастер Юниор, один из молодых гонщиков КамАЗовского коллектива, сейчас здесь бьется за высокое место. У Клима Никонова 18 номер, он представляет, как вы понимаете, город Набережные Челны. Что касается первого места, там Артем Севирюхин пока безоговорочно первый, хотя Бакберген Мирманов и Максим Орлов совсем недалеко. Вот они так слетаны такой троицей и едут. Здесь пытается представитель Казахстана догнать лидера этой гонки, хотя у него это не так, чтобы очень хорошо получается. Да, он много по скорости не уступает, но там до реальных атак дело так и не доходит. Хотя, наверное, это была самая важная часть гонки как раз для представителя города Алматы, для казахстанца, потому что как раз вот здесь, в такой ситуации, он, если бы прошел, то там мог постараться, наверное, к финишу гонки уже себе какой-то небольшой задел создать, но очень грамотно закрывал свою позицию Артем Севирюхин, не давая Мирманову проскочить вперед. В итоге отстал от них Максим Орлов. Орлов финишировал третьим. Ну а что касается лидеров, они так и приехали в такой последовательности, в которой фактически уже оказались и в самом начале гонки. Артем Севирюхин выиграл этот заезд, Бакберген Мирманов в итоге на второй позиции. 25 баллов набирает Севирюхин,
Мирманов 21 очко за этот заезд. Ну и Максим Орлов на третьем месте. Он набрал 16 баллов за эту гонку. И победителем этапа становится Артем Северюхин, Екатеринбург, Урал Junior Kart. Бахберген Мирманов второй и Максим Орлов на третьем месте завершает первый этап первенства Уральского и Приволжского федеральных округов. А наша программа продолжается, мы еще не закончили. Впереди самые быстрые карты, класс КЗ-2. О них и поговорим в дальнейшем. Ну и, собственно, переходим к этому классу, где выступают настоящие звезды российского и мирового автоспорта. Класс КЗ-2 – это амалогированный серийный одноцилиндровый двигатель воздушного или водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, с коробкой передач, но максимальный рабочий объем цилиндра – 125 кубических сантиметров. Собственно, амалогированы эти двигатели Международной автомобильной федерации. Ну и, коль уж я заговорил о том, что в этих соревнованиях принимают участие настоящие звезды мирового автоспорта, ну, надо, конечно, тогда уточнять, кто это и что это. Как вы понимаете, не просто так сюда приехал Айрат Мардеев. Он принимает участие в этой гонке в классе КЗ-2. У него карт под четвертым номером. Но очень сильно, конечно, выступает в этом году и в чемпионате Татарстана. Ну и здесь на первенстве УРФО ПФО Борис Гарифуллин. Борис Гарифуллин представляет команду КАМАЗ Мастер Юниор и Набережные Челны, соответственно. Расуль Миниханов также здесь едет. Тоже достаточно известный гонщик. Гонщик, который многое уже повидал, у него такой солидный гоночный бэкграунд. Это пилот под 95-м номером, команда «Лада Спорт Роснефть». Ну и, соответственно, здесь Тимофей Иванов. Он представляет город Тольятти. Но не только он, а есть еще сильные ребята и из других регионов. В частности, много их и в Татарстане. Ильшат Ибрагимов, например, это казанец, представляющий команду «Татарстан». Ну и вот здесь сражение у Бориса Гарифуллина, каким получается, у Бориса Гарифуллина и одного из его главных соперников, это Константин Кочев. Константин Кочев, у него номер 48 на его карте, он из Екатеринбурга. Ну вот такое у нас большое количество представителей Уральского региона, понятно, да, собственно, ну и в частности столица Урала, города Екатеринбурга. Автоспорт в Екатеринбурге любят не только футбол, не только хоккей, не только игровые виды спорта. Да, понятно, что Екатеринбург, как и Казань, принимает матчи футбольного чемпионата мира, но про автоспорт там никто никогда не забывал, и на Урале всегда было много сильных гонщиков. Ну а здесь сражение, посмотрите, какое у двух, собственно, пилотов, которые у нас лидировали непосредственно, ну, фактически так получилось от старта и до финиша. В итоге Тимофей Иванов выигрывает этот заезд, Константин Кочев второй, а Борис Гарифуллин только на третьем месте финишировал в первой финальной гонке в классе КЗ-2. На данном этапе едут на новой резине, как бы я первый раз поехал на этих колесах, и ну, есть другие, чуть другие ощущения от той резины, на которой мы ехали до этого. И думаю, как бы достаточно хороший результат, и время хорошее, и есть темп. Ну, будем стараться дальше. Каждая гонка здесь проходит в формате 18 кругов. Ну, кстати, вот времена, с которыми едут пилоты по трассе, ну, минута 0,4 с копейками, да, это если мы говорим о лидерах, минута 0,4, минута 0,3, но понятно, что, наверное, по какому-то одному кругу не стоит делать выводов о скорости того или иного гонщика, здесь нужно смотреть так в среднем, да, немножко округлять, потому что понятно, что, скажем, один быстрый круг может проехать кто угодно, но вот это мастерство сохранять, эту скорость сохранять на протяжении всей дистанции гонки, это очень и очень тяжело. Кстати, длина трассы здесь 1 километр и 600 метров, но, собственно, могу сказать вам, что
Трасса очень интересная, пилотажная, где приходится много работать, но и фактически отдыхать некогда. Ну а картинг — это вообще штука сама по себе, если говорить о всем автоспорте, очень энергозатратная, очень физически затратная, ну и нужно много сил для того, чтобы вот так ехать на максимуме, на пределе своих возможностей. Константин Кочев вышел вперед и во втором заезде этого дня, но здесь Аркадий Попов пытается навязать ему конкуренцию. У Аркадия Попова 27-й номер на его карте. Представляет он набережные Челны, тоже команду КАМАЗ Мастер Юниор. Ну, вы знаете фактически, что в чемпионате Татарстан, например, у КАМАЗа, ну, есть команда КАМАЗ Карт, есть команда КАМАЗ Мастер Юниор, но мы прекрасно понимаем, да, что это такие очень близкие друг к другу коллективы. Ну и вот как раз тут сражение у Тимофея Иванова и Константина Кочева, которое было в первой гонке, во второй оно распалась, потому что Иванов приехал в этой гонке только четвертым, ну а Кочев сражался здесь с Аркадием Поповым и с Борисом Гарифуллиным. Нам, кстати, показали Ильшата Ибрагимова, у него пятый результат, он как раз сразу финишировал позади Тимофея Иванова. Но Ильшат здесь тоже очень приличную скорость демонстрировал, у него не было каких-то грубых ошибок. А вот Борис Гарифуллин, его, кстати, многие называют главным фаворитом этого сезона и в первенстве УРФО ПФО, и, собственно, в чемпионате Татарстана по картингу. Но это уже такой зрелый, состоявшийся спортсмен, который в классе КЗ-2 действительно один из самых успешных в последние годы. И много он гонок выиграл, много титулов собрал. Ну, Борис, понятное дело, это человек, который вот в этом в виде картинга, в этом классе картинга, наверное, фаворит любого соревнования, в котором он принимает участие. Не зря на его карте единичка, вот эта заветная единичка. И здесь, смотрите, сразу три пилота входят в один поворот, но ширины в итоге трассы хватает вроде как всем. Тем не менее, всем этим пользуется Тимофей Иванов. Он выходит вперед в данный момент гонки. И за счет того, что там был небольшой контакт у соперников, у Гарифуллина и Константина Кочева, он не смог воспользоваться и выйти вперед, опередив их в борьбе за высокую позицию. Там Айрата Мардеева нам только что показали. У Айрата здесь четвертый стартовый номер на борту его карта. Но Айрат, что в первой гонке выступил очень хорошо, да, он смог завершить заезд на 14-й позиции. И во второй гонке то же самое. Аналогичный результат, тоже 14-е место. Ну, надо, конечно, все равно к картингу тоже привыкать, хотя Айрат, как он признавался в интервью, частенько выступает в каких-нибудь картинговых соревнованиях. Здесь проблема у 55-го номера, это Булат Мухамедзянов, но в итоге Булат там пытался растолкать свой карт, но понятно, что на какие-то высокие результаты уже не приходилось ему рассчитывать в этой гонке, потому что, ну, технические проблемы, вот эти вот, они ему помешали. Ну а лидеры продолжали борьбу, там в итоге Тимофей Иванов оказался в этой борьбе немножечко не у дел, да, он в какой-то момент даже был лидером гонки, но затем его прошел и Кочев, и Попов, и даже Гарифуллин. Это Динар Доминов, еще один пилот, кстати говоря, местный пилот, сабинский гонщик, который эту трассу знает на все 100%, знает как свои 5 пальцев, и естественно, что здесь ему было, может быть, чуточку легче, чем тем, кто приезжает сюда, ну, скажем так, не на нерегулярной основе. Обратите внимание, как гонщики работают руками, что они делают, как переключают передачи, как управляют своим болидом в каждом следующем гараже. Константин Кочев первый, Аркадий Попов второй, Борис Гарифуллин третий. Вот такая настройка призеров в классе КЗ-2. Это второй заезд. Поздравляем победителей. Результат сам по себе может быть и неутешительный, но в целом по знанию трассы, по технике, я не думаю, что здесь тебе были конкуренты. Как считаешь, если все будут в одинаковых технических условиях, как будет обстоять? Так, первый тройка, думаю, будет. Можно повороться с лидером. Победителем этапа стал Константин Кочев, 47 очков он набрал, победителем этапа в классе КЗ-2 Тимофей Иванов в итоге второй, ну и Борис Гарифуллин на третьей позиции. Это тройка по итогам первого этапа первенства УРФО ПФО. Приехал пол России,
представляете, они приехали сюда, и у них все слаженно получается при нормальном руководстве. Вообще я чувствую, не напряженно, вот это очень главное. Потом нам подфартило с погодой. Мы же знаем, что у нас единственное, что погода, это лишь бы не было войны. А остальное все наша погода, картинговая. И был ветер, который сдувал все, что не нужно, и какие-то дурные мысли. Да нормально, мне показалось очень замечательно. Когда надо было солнце, сейчас под конец, уже под вечер все хорошо, и ветерок. И сабы, я говорю, хочу отметить, они дорожат какими-то мелочами. Вот именно эти мелочи в других местах просто не предусмотрены. А здесь ими дорожат. От сервиса и до сервиса. Все у них здесь нормально. Слушай, молодцы. Мне нравится. Ну что ж, друзья, вот такими получились эти соревнования. Очень интересными, яркими, с большим количеством обгонов. А это то, что и красит автоспорт. Большое спасибо вам за внимание. И смотрите картинг вместе с нами. Всего доброго. Пока.